Народ, привет! Значит, что мы сегодня с вами делаем? Если вы не посмотрели предыдущий выпуск, где я выбирал кофе в магазине, пожалуйста, посмотрите его обязательно, потому что сегодня у нас отчасти его продолжение. Значит, что? Выбрал я в магазине Далмар Эфиопия. Какая Эфиопия, непонятно. Здесь нет информации о том, что это за Эфиопия. Просто написано Далмар Эфиопия. Здесь есть интересная этикетка про программу, о том, что они помогают Африке. Так что вот таким вот образом выбрал я Эфиопии Сидама. Ну, то есть уже есть регион Сидама, но что за качество, не знаю, от производителя местного обжарщика. У меня был дома Колумбия или колумбийский кофе. Мне, кстати, оказалось две банки. И сегодня наша задача выбрать еще один продукт, чтобы вот сравниться с этими продуктами по цене. Ну, как бы выбрать продукт от какого-то обжарщика. Я думал, от какого обжарщика выбрать. Я сейчас просто загуглю в интернете, посмотрю, что там вообще предлагают. Но я знаю, что из российских у нас кофе Оул, Сова на нашем рынке присутствует. Думаю, может быть, их кофе выбрать, чтобы не подумали, что это какая-то подстава. Просто я думаю, что белорусских обжарщиков, вот я уже выбрал одну от белорусских обжарщиков, одну пачку. Наверное, правильно было бы от российских. Значит, в долларах вот этот кофе сейчас на наш курс стоит $16. То есть, условно говоря, здесь 500 грамм. Условно говоря, цена $8 за 250. Этот, ну, примерно $8 стоит. Значит, и я буду ориентироваться на этот бюджет. В белорусских рублях $8, 20 рублей. То есть, короче, у меня есть бюджет 20 белорусских рублей. Что я буду писать в поисковой строке? Я буду писать «купить кофе свежей обжарки». Обжарки. Минск. Так, у нас пошла компания Ростбай. Кофе по вкусу. Магазин Фортиссимо. Кофе Белл. Кофе Белл. Сорса моя компания. Есть все на первой странице. Everyday. Так. Опять Ростбай. То есть пока белорусские идут компании. Так, купить кофе Сова. Купить кофе Сова. Свежие обжарки Минск. Есть кофе свежей обжарки Сова Бел. Заходим. Повторюсь, что просто я знаю, что это российский производитель, поэтому выбрал его для того, чтобы была альтернатива. Это не только белорусские были. Заходим в магазин кофе. Так, здесь пока дорого, большие пачки. О, как раз у нас есть, смотрите, Эфиопия, банка Готетте, 21 рубль. Сейчас я с ними поторгуюсь. Ну, первая просто это Эфиопия, на которую я попал, на которую я кликнул. Сейчас я с ними поторгуюсь и постараюсь ее купить как можно дешевле. Если это написано, что обжарка под фильтр, может быть, какую-нибудь другую Эфиопию купим. Надо, в общем, давайте будем звонить. Алло. Добрый день. Добрый. Я в интернет-магазин позвонил? Если по поводу кофе, да. Слушаю вас. Да, я по поводу кофе. Я хочу купить кофе. Слушаю вас. Смотрите, мне нужен кофе 250 граммов. Я хочу купить кофе Эфиопию. Может быть, посоветуете какую-то? Но я вот сейчас на вашем сайте, здесь много вариантов есть. Но у меня немножко ограниченный бюджет. Я хочу купить 250 граммов за 20 белорусских рублей. За 20 белорусских рублей? Ну, и что вы нашли? Ну, вот написано Эфиопия, банка Готетте. Спелый апельсин, темный ягоды, жасмин. 20 рублей. Но она здесь в два раза. Она в одном месте 20 рублей, во втором месте 21 рубль. Сколько же она все-таки стоит? А дело в том, что там мытые обработки точно... Эфиопия банка Готетте стоит 20 рублей, а яркая Эфиопия банка Готетте натуральная обработка стоит 21 рубль. Видимо, там есть какие-то нюансы на сайте, будем разработчикам общаться. Ну, вот нюансы касаются в этом и разница. На какую посоветуете мне купить? Я первый раз покупаю, никогда раньше не пробовал. Посоветовали купить мне конкретно Эфиопию? Я бы вам посоветовал мыть, попробовать. Хорошо, может быть, мне скидочку сделать, как покупатель, который первый раз в нашем магазине, или не можете сделать скидку мне? Скидочку? Да. Ну, если за 18 рублей куплю, будет для меня идеально. Мне нужно купить как можно дешевле у вас кофе. Ага. А доставка нужна будет вам?
Ну, за доставку я заплачу отдельно, да. То есть доставка, понятное дело, нужна будет, конечно. Ну, я думаю, сделаем. Тогда принимайте заказ. Единственный нюанс только, наверное, сможем мы доставить вам только в понедельник, если вас устроит. Угу. Ну, давайте на понедельник, да, хорошо. Понедельник, да? Да. Там же кофе свежий будет обжарки, да. Достаточно свежий или уже полежавший? Я вам, наверное, наберу в понедельник, скажу точную дату. Я сейчас просто не готов ответить. Да мне не нужна точная дата. Ну, я имею в виду, что там. Ну, не пол, да, не пол же года там прошло, правильно? Там меньше немножко. Нет, нет, нет. Ну, а какие пределы для вас считаются свежей обжаркой? Ну, я вот в интернете читал, это не рекомендую через там 4 месяца уже покупать, там, особенно для фильтра. Вот, поэтому вот так. Ну, я думаю, там в пределах месяца будет точно. Хорошо, я готов сделать заказ. Хорошо, эфиопия банка взята, это мытая, да. За 18 рублей с доставкой. Доставка, да. 5 рублей будет стоить, в итоге 23 рубля. Наличными удобно будет рассчитать? Да, без проблем. Да, хорошо. А как вас зовут? Юрий. Юрий. Куда доставлять? Записывайте адрес. Хорошо, Юрий, договорились. Спасибо большое, спасибо. Вы сами все слышали, кофе мы заказали, привезут. Я поторговался, мне сделали скидку, то есть я его купил на доллар дешевле, но все равно с доставкой, в общем, получится цена вот на этот кофе, цена вот на этот кофе и цена на кофе, который мне привезут, который, ну, мы не знаем точную дату, но вы слышали, что продавец сказал, что около месяца, то есть не больше месяца будет с момента обжарки даты этого кофе. Вот. Интересно будет их сравнить все в каппинге, поставить на стол. Дело в том, что у нас ролик про кофе из магазина. Колумбе я бы сюда не стал в один ряд ставить. Почему? Потому что этот кофе стоит ровно в 2 раза дороже. Но, несмотря на это, я буду его оценивать как продукт вот из этой линейки. То есть, просто по качеству будем его оценивать. Но на самом деле, цена вот на этот продукт, этот в 2 раза дороже, для меня это, в принципе, уже неадекватная цена. Неадекватная цена. То есть, видите, я зашел, купил. Даже для Беларуси это российский обжарщик и иностранный обжарщик. Ну, как бы, так, условно иностранный. То есть, я зашел, купил продукт, поторговался, мне сделали скидку, мне его доставят. Вот, и все. В следующем выпуске мы обязательно все это дело с вами продегустируем. Пока-пока. Увидимся на канале.